Всем привет! Очередная у меня посылочка пришла. Вот это по бизнесу. Я заказал себе. Посмотрим, что тут у нас. Всем привет! Очередная у меня посылочка пришла. Вот это по бизнесу. Я заказал себе. Посмотрим, что тут у нас. А перед этим, чем мы пока посмотрим, я хочу сказать, подписывайтесь на два хороших канала. Есть у нас Вадим Гладышев Технарь, на его канал. Очень хорошие вещи делает. Он очень просто обалденные вещи делает. Все своими руками делает почти. Вот, очень рекомендую. Подписывайтесь на Вадима Гладышева Технаря. Вот, на его канал. Вот, много хорошей и интересной вещи он там делает. И второй канал мистер Колесников, который в Америке живет. У него тоже свой канал. DCT Train Plus. Будет сейчас вот заставочка на его канал. Ну теперь мы продолжим. Вот, очередная посылка пришла у меня. Да, попозже я расскажу вам про декодер, что и как, потому что у нас тут тема такая. Сапсан, декодер. Вот, открываем мы посылочку. Про декодер я попозже вам расскажу. Я тут приобрел небольшой такой вот, блок питания джуниорский. Вот он. Будем его порядок приводить. Это для на продажу, для бизнеса. Сейчас мы его откроем. И здесь паровозик. БР-80 должен быть. У него тоже небольшая проблема. Ну, сейчас мы это все откроем и посмотрим. Ну вот, я распечатал все, тут скотч снял. Давайте мы начнем, наверное, с блок питания. Блок питания, приобрел я его для восстановления и, естественно, на продажу. Junior. Вот такой блок питания джуниорский. Ну, в нормальном таком состоянии. Все это мы отмоем. Все это я покажу, когда буду его восстанавливать. Говорят, он очень сильно гудит. Вот. Сейчас попробую воткнуть, если не крякнет. Да, гудит очень сильно. Буду все это восстанавливать. Не знаю, слышно вам было, не слышно. Гудит он очень сильно. Вот. И паровозик у нас тут. Состоянии, очень хорошем состоянии. Грязненький, ну ничего, мы это все помоем, очистим, тоже его приведем в порядок. Хороший паровоз выглядит. Все ему тут подрегулируем, отрегулируем. Вот. Ну а теперь насчет сапсана. У меня много изменений произошло и на макете. Все это я буду снимать. И есть магазин хороший в Москве, называется Семафор, находится на трех вокзалах и на Рижском, где макет. И там не только макет, там и есть еще музей железной дороги. Вот. В общем, про декодеры. Я нашел одно место, все как закажу, проверю, узнаю, я вам потом расскажу. Там декодер 8-пиновский идет для сапсана у нас. Особенно под пиковский сапсан. Вот. И там, как вот мистер Колесников мне говорил, какой декодер взять. Вот как раз 8-пиновский IC вот этот. Как раз, а вот они на него пишут. Там декодер стоит где-то от 4200, ну где-то до 5000.
Запись у них бесплатно. Качество звука я не знаю, все это надо проверить будет. Вот, как все закажу, я все узнаю, покажу. А так, на днях скоро выйдет у меня изменение в макете. Самсан как раз, пока мы его покатаем в аналоговом состоянии. У меня есть, конечно, 8-пиновский декодер, но я пока не думаю, не хочу ставить. Вот, и очень много изменений. Кому понравился мои ролики, спасибо за просмотр, в первую очередь, конечно, моим подписчикам всем. Вот. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр еще раз. Всем пока.